У нас очень хорошие люди, кстати, если мы говорим про Россию. У нас очень хорошие люди, адекватные. У нас обязательные есть, талантливые, креативные, творческие. Ну, если вот в глубинке совсем, в России, почему там люди пьют? Ну, во-первых, ну как они объясняют? Глухомань, скучно. И там выжить очень сложно людям. Одно и то же, это такая рутина, так тяжело. А так вроде стопочку там чуть-чуть махнул, ну, вроде веселее уже как-то вот. Они так себе объясняют. Ну вот как дать совет людям, а если ты оказался бы в этой ситуации, а если бы ты там тоже стал, ну как бы жил бы там, а что бы было бы вот с тобой, например, да, или со мной? Ну, поставить себя на место другого человека очень сложно. Это нам кажется, что так все просто. Вот, чего это не бухают? Вот я бы не бухал, да? Нет, никто не знает, что бы было, если бы это мы были на этом месте. Советы давать все мастера. Все как будто что-то знают, готовы научить всю страну, как надо и как не надо. Как только окажутся они на этом месте, все, привет. Кто эти советчики, кто советует? Такие мастера крутые. Читаешь? В армии не служил, откосил. Хороший советчик. А не пошел бы ты, советчик, кое-куда?